И всем привет, дорогие друзья, с вами Трэш Фри Фаер. И на этом видеоролике я вам покажу, как же быстро ставить стенку. Самый простой способ и самый легкий способ. Вам ничего не нужно делать, просто нажимайте на стенку, и оно само ставится. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Напишите в комментариях, как вы ставите стенку быстро, за сколько секунд ставите стенку. И мы погнали к видеоролику. Вот нажмем на тренировку. Сейчас загрузится. И самый быстрый способ вообще, легкий способ. Вот сюда заходим. Вам не нужно ничего брать. Вот смотрите, вот так стреляйте. Сначала, пацаны, вот так делайте. Нажимаем на настройки управления. И потом здесь есть умный бросок стены. Ну, вот здесь вот есть эта кнопка, вот такая джойстик рядом. Будет вот такая джойстик, смотрите, вот такая круглая. Сейчас покажу. На 100 поставил, и вот здесь вот круглый вот такой выходит. Если убрать это, умный бросок стенки. Вот такой, ну, уже уберется. Вот видите? Включаем. Вот. Теперь вот включили. Нажимаем вот так. И если мы вот так стреляем и просто нажимаем на стенку, оно ставится само. Смотрите, просто нажимаем. Но я нажимаю стенку с капслока. Вот с капслок, вот сюда ставлю. Если я нажимаю на капслок, вот оно само ставится. Вот так делаем. Вот видите? Ну, с телефона тоже легко ставите куда-либо. Но я не нажимаю на мышку, просто стреляю и потом вот так. Стреляю и сидя. Стреляю. Вот так. Еще. Смотрите. Вот так стреляю и само ставится. Ну. Давайте в ультиматуме попробуем. Заходим в ультиматум. Нет, давайте карты лично сейчас это и... Пацаны, я зашел на личный остров, и никто не начал. Нет, не начал. Но там были ограниченные патроны были. Вот я кому-то зашел в комнату. Снимаю комнату, была кто-то открыл, я зашел, и там ограничен патрон нет. Смотрите, стреляем и нажимаем на это, вот, оно сама ставится. Вот, я не нажимаю, потом, смотрите, вот здесь, смотрите, если я нажимаю, вот, движется, вот. Вот здесь движется, вот, нажимаю на кнопку огня. И вот так, и стенку. Вот капслук нажимаю, стреляю, потом капслук. Оно само ставится, даже если я вот туда ставлю, оно вот даже я в небо смотрю и нажимаю на это. Видите, оно само ставится. Давайте поиграем в бой. Смотрите, пацаны, это вообще легко. Вот, ставлю, вот, наверное, локация. Если вот нажимаю, я вообще на кнопку огня вот здесь не нажимаю. Если нажимаю вот так, я просто на капсулу, вот на это нажимаю. Капсулу.
Если у вас, например, есть здесь, вот я вообще на кнопку, вот теперь нажимаю. Видите? Оно само ставится. Нажимаем просто на капсул. Ну все. Ролик подошел к концу. Пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, помог ли я вам. Ну, думаю, помог. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком. И у меня вышли настройки. У кого ПК, можете смотреть мои настройки. Если наберется 5555, то я делаю конкурс, ну, розыгрыш. Ладно. У меня будет на 5555 подписчиков конкурс, турнир, ну, турнир, не знаю. Розыгрыш будет на сколько алмазов? На 1000 алмазов. Первому, кто первый победит, ну, напишите, ставьте ID свои и какой-то креативный комментарий. Ну, я выберу победителя, когда будет сколько? 5555 подписчиков. Так что пишитесь. Первому победителю 500 алмазов, второму 300, а третьему 200. Ну, еще четвертый и пятый сделаю по 100 алмазов. Ну и всем пока. Tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top of my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. They tell me all the same, told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up.